Здравия желаю, генерал-майор. Слишком пафосно. Баран! Руки на баранку! Да не, мягко как-то. А если девушка? Мадемуазель, обнажаем. Ой, простите, нарушаем. Кстати, нормально получилось, надо запомнить. Да, не густо. А, да, товарищ генерал. Да. Так, а зачем мне стажера? Я же так нормально сам справляюсь. Так а с ним же еще надо будет делиться. Да, опытом делиться, товарищ генерал. Есть взять стажера, есть. До свидания. Здравия желаю! Стажер Василий Попеску прибыл в ваше расположение. Фу ты, Попеску! Что, у тебя ларек на центральном рынке сгорел, и ты решил в полицию прийти, да? Нет, я с детства мечтал стать полицейским. Я даже все экзамены в теории сдал на 10. Молодец! Только все это до одного места. Забудь все, чему тебя учили там в школе, в ПТУ этом твоем. Теория и практика — это разные вещи. Жизнь намного сложнее, чем тебе кажется, Василика. Сейчас перейдем от теории к практике. Представим ситуацию. Ты останавливаешь меня на дороге. Добрый день, сержант Василий Попеску. Будьте добры, ваши документы. Уже неправильно. Уже неправильно. Во-первых, к машине ты должен подходить медленно и на пафосе. Как будто утром ты ведро икры красной съел. И под мышкой у тебя два арбуза, вот так. Как лебедь. А потом здороваешься и говоришь: чё нарушаем, а? Чё, штраф давно не получал, да? Пунктов у тебя мало собралось штрафных. А может тебе машинку взять, пешком полгодика походишь, а? Похудеешь заодно. Или, может, договоримся? Ну подождите, так же нельзя делать. Что значит нельзя? Ты пришел ко мне на экзамен и не знаешь ПДД, правила давания денег? Все, не сдал, вали отсюда, на. Подождите, я учил эти правила? Я даже выучил их в стихотворной форме, чтобы было легче. Вот смотрите, если палка смотрит влево, значит ехать можешь смело. Если палка смотрит вправо, значит ехать не имеешь права. Если палка смотрит вверх, значит стоит ты дольше всех. А если мент к тебе спиной, значит, не рыпайся и стой. Если... Слышь, Михай Ементеску, а если мент тебе лицом? Если... То ныряй за кошельком, не будь тебе гаишником. Все, вали давай, не сдал, будь здоров. Ну подождите, ну товарищ лейтенант, ну дайте мне всего лишь один шанс, один. И я вам докажу, что я очень способный ученик. Ну на, вон. Едет машина, покажи, что ты можешь. Да. Так я не понял, а что мы нарушаем, а? Ты что, мало штрафных пунктов ты? Может, тебе машину отобрать на полгодика, пешком походишь, похудеешь ты? Ну, либо мы, может, как-то это, договоримся, а? Я не понял, курсант, ты как с генералом разговариваешь, а? Ты таракан в кепке. Я не понял, я генералом сколько работаю, блин. Я еще такой наглости не видел, ты в полицию за взятками пришел. Нет, это не я, нахер пошел отсюда, ты уволен. Пошел вон отсюда, пошел нафиг отсюда. Ты у меня больше в органах служить хрен будешь. Что за херня? Да ты что, сами видите, товарищ генерал, всех стажеров мне дают вот таких вот жлобов-тиктокеров. Невозможно работать. Поэтому, может, я все-таки сам справляюсь же. Сам будешь, ладно?
А премия тебе. Спасибо, спасибо. А что вы на машине жены? Да в своем мере не помню после этого, после клуба, где оставил. Поздравляйте, поздравляйте. Хорошего дня. Давай.